Сегодня будет классный день. Меня посадите, я покажу вам. Давайте присаживайтесь, пожалуйста. Красивая деревня на самом деле, здесь кони. Спасибо за попасть за смешанку. В общем-то, едем дальше. Офигеть, погодка. Район. Сельсовет вот такой вот. Будем, короче, мерить здесь окна. Так, с этого окна начнем. Давай с левой стороны вот. А? Зачем? Фильм просто, сериал идет. То есть там же не только ваша администрация. Наш кабинет не надо снимать. Да, не надо. Тут съемка видео запрещена, блядь. Все, провели мы замер в Абдуллино, в сельсовете. Едем мы сейчас в ключевую, в какую-то спортшколу или дом культуры. Короче, здесь замер сделали, и здесь будет перевод по безналу, там уже работа дальше девочек. Все, поехали. Либо, либо, я не знаю, я никуда не хотел, не сказал. Васикеевна, шоколадки же хотел пока. А, шоколадки же надо. Магазин проехали уже. Сейчас в ключевом заедем. Вот мы приехали в поселок Ключевой, дом культуры. Сейчас мы еще снимем, там, что там внутри есть, там прикольно. Сейчас я буду замерять окошки. Ну, целиком раму снял просто. Смотри, да, вы, получается, как заведующая, да, здесь? Пульт организатор. Пульт организатор. Дайте нам интервью, пожалуйста, смотри, да. Мы ой, вообще, да ерунда это все. Смотри, да, здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы к вам приехали на замер окон. Просто хотели у вас взять интервью, хотели спросить несколько вопросов. Какие у вас мероприятия проводятся в Доме культуры в этом? 23 февраля, угу. Спортивные дни бывают. Собирается, конечно, молодежь сейчас маловато, но угу. Стараемся все это выполнить. А какие-то дискотеки проходят у вас? Обязательно. Да? Да. Ой, как хорошо. Дискотеки вообще. Обязательно, это у нас пятница, суббота. Ой, это вообще хорошо. В воскресенье уже дети уезжают, молодежь, вот пятница, суббота дискотеки проводим. А вот какое население у вас, то есть количество людей? 136 человек по списку, ну, примерно 15 молодежь, ну, 150 у нас население. А основные национальности у вас проживающие здесь? Русские 50%, и татары есть, и башкири есть, и марийцы есть. А, марийцы даже? Да, есть. Mm-hmm. У нас несколько семей марийцы. Ребята, спасибо вам огромное за интервью. Правда, вы очень нам помогли. Всем вам огромное процветание и успеха вашему Дому культуры. Обязательно поставим вам окошки, они будут вас радовать каждым днем. Да, вот спасибо. Это окошко уже, считайте, 74-го года. Thank you.
Ролис, сейчас мы заключили договор на 8 окон. Правда, без установки, как я понимаю, ты хочешь ставить их сам. Так? Да. А почему решил ставить сам-то? Ну, умею ставить. Умеешь ставить? Ну, и хотел немножко сэкономить, как я понимаю, да? То есть мы сейчас заказали просто сэндвич под откосы, в общем-то, заказчик решил сам поставить. Ролис, скажи, а как ты узнал о компании Винтана? Почему ты именно обратился вот к нам и вызвал нас на замер? Родственников спросил, кто хорошо делает, посоветовал вас. Говорят, хороший огонь делаете. Отлично. А родственники где находятся? Устихинский. Устихинский? Лёва. Ну все, мы очень рады. Поздравляю вас. Я уверен, что вы сделали правильный выбор. Спасибо огромное. Спасибо. В общем, время 19:23. Мы едем обратно в Мисюгутово с Азигеева. Вы очень сильно устали. В общем, день прошел классно, интересный, солнечная погода. В следующей серии мы обязательно познакомим вас с нашими остальными сотрудниками. Будет очень-очень интересно, еще интереснее. Всем спасибо большое. Ожидайте третью серию. Пока. Сейчас мы более детально познакомимся с нашими девочками-менеджерами. Что сегодня интересного произошло в течение дня? Прям такого, что что-то запомнилось, прям яркое, позитивное. Микрофон твой увидела. Микрофон? Конечно, у нас есть такие люди, которые нам могут нервы потрепать, но ничего, мы находим общий язык с ними. Доброе утро! Вот так вот нам и спортзал не нужен. Ну, видно, что вы в хорошей физической форме. Для этого мы возьмем свой черный пистолет. Я, как полагается, с газировками спускаюсь.